Глава региона провел совещание по поводу ремонта и реставрации Ленинского мемориала. У Алексея Русских возникли вопросы по документам и сметам. Также он обратил внимание чиновников на благоустройство территории рядом с мемцентром. Все работы должны быть выполнены в срок. А чтобы исполнители не расслаблялись, Русских будет проводить подобные встречи регулярно. Нам надо объект достраивать. Вот. И, значит, что бы я предложил? Взяться за работу и выполнены контракты, которые заключены, чтобы вы в срок и вовремя нам сдали. Вот. А нам нужно будет, Александр Александрович, думать, где изыскать деньги для того, чтобы объект все-таки доделать и сдать. Обсудили не только техническую часть, но и будущую концепцию объекта. По инициативе министра культуры Владимира Мединского мемориал сделают Ленин-центром. На его базе планируется изучать легендарную личность в контексте мировой политики. Многофункциональный центр, который возвращается к своей миссии 70-го года на абсолютно новом этапе и включает в себя первое. Сердце центра, его ядро – это музей Ленина, транслирующий объективные факты. Также планируется создание современного выставочного пространства, оснащенного универсальным оборудованием для безопасности. Образовательные и молодежные исторические центры дополнят обновленную композицию мемориала. Комплекс будет включать в себя большой концертный зал на 1200 мест и органный зал на 397. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Ул Правда ТВ.